школи Шитей Вагужан. Сегодня 17 мая 2014 года. Сейчас я буду брать интервью у своих одноклассников. Запись пошла. Рухия, когда после школы в свое свободное время, чем ты любишь заниматься, твое хобби? Я люблю сидеть за компьютером, в интернете и гулять. Если бы это мне было 10 тысяч долларов, что бы ты с ними сделал? Я бы их оставила на потом, а потом бы и надумала, что я не могу ничего сделать. Какой твой любимый урок? Спасибо огромное. Слава, у тебя есть какие-нибудь пожелания? Все-таки мы заканчиваем начальную школу и переходим в 5-й класс. Желаю нашему классу счастья. Успехов во всем. Спасибо. Давид, мы все-таки заканчиваем начальную школу и переходим в 5-й класс. У тебя есть какие-нибудь пожелания? Все хорошо закончили. Спасибо. Все-таки мы заканчиваем начальную школу и переходим в 5-й класс. Есть у тебя какие-нибудь пожелания? Вообще-то запись была отключена, когда он говорил. Мы же всегда подожди. А мое пожелание, я хочу, чтобы мы все хорошо учились и закончили школу на отлично.